Машина у нас появилась в начале этого года. Передали нам администрации Быково-Трогского муниципального образования. Она находится в обслуживании ООО «Студенецкая». Пожарная команда у нас, добровольная пожарная дружина, состоит из 9 человек. Практически все работники ООО «Студенецкая». Выезжают на пожар те, кто свободен в данный момент от основной работы. На выезды постоянно выезжают, ну, где-то человек 6. Всегда по первому звонку. Пока мы ждем пожарных, мы сбиваем, оказываем первичные средства пожаротушения, мы сбиваем огонь, сдерживаем его. В этом году у нас было 7 случаев возгорания. Быстро среагировали, все быстренько затушили. 2 раза свалка горела, придворовые территории, огород, мусор зажгли, несколько раз горел. 1 раз дом загорелся, среагировали быстро, затушили, дом спасли. Как происходит оповещение, обычно звонят или мне, или Ивану Федоровичу, или напрямую им звонят сразу. Ну и мы уже с разных концов друг друга уже поднимаем быстренько. Ну если поступил звонок о возгорании, то есть через 5 минут уже все в курсе, все знают, и машина выезжает.